Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашишь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после вожделенный лут, и, наконец, приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. FunPay поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. FunPay. Никакой рутины, только фан. Всем привет, подписчики. Вчера снимал жесткие тиктоки, смешные, и у Игоря смешные тиктоки. И я себе сделал новый никнейм. И мне его уже к утру успели забанить. 5. Очень странная хуйня, потому что, апелляция подается, но там нельзя писать, что типа, здравствуйте, это не попка. Это мой творческий псевдоним 5 орка. То, что я как исполнитель... На площадках ТикТок это типа музыкальная же вроде тема, да, там люди танцуют. Я как исполнитель рэпа, как звезда нахуй рэпа, мимо хейтеров свирепых проезжаю на карете, блядь. Чё за хуйня? Ну, меня опять удалили, у меня была 5 босс. Я понятия не имею теперь, что мне делать. Еще заблокировали, опять же, возможность смены, я сейчас ничего не могу поменять. Меня заблокировали еще и возможность менять на любой ник, у меня опять там какой-то код. Мне надо высказаться про ЧВК Редан, что я думаю, да, вот. Дорогие школьники, у меня попросили меня высказаться про ЧВК Редан, вот, но вы, наверное, пропустили, что я уже высказался в своем ТикТоке. Запрети мне ходить в Редане, в нем я паук, в нем все меня боятся. Я считаю, что я гений, ну ладно, но это такая. Запрети мне ходить в Редане, в нем я паук, в нем все меня. Ну это такое, ладно, сейчас, подождите. Я вам еще покажу, который мне очень нравится. А вы видели наши гениальные тиктоки? Кто пропустил? Вам, может быть, показать, пока я на этой страничке? Один мега гениальный, нахуй. Вам показать? Про ЛПшку новую. Ну, наш сериал. Итак. Продолжение конфликта с ЛПшкой из-за того, что она спиздила, у нас бит. Мы хотим узнать, чем закончится вся эта ситуация. Мы подали на нее в суд и хотим спросить у шамана, как дело закончится. Звоним? Был, значит, адвокат, потом пришел доктор, теперь мы вызвали шамана. Алло? Вот иду. Здравствуйте. У вас кто-то умер от удушья? Проходите, разувайтесь тут. Врач? Нет, адвокат. Сюда, типа, кто убил? Так, я сам знаю. Гениально. Блять, сука, это было снято с 5-го дубля, потому что мы смеялись. Вот это у них в кинотеатре было. Я просто в ахуе. Ну и чем там дело в суд закончил? Смерть, блять. И что это значит? Хана ее треку. Продолжение нормально, да? И потом вот это залетело на 300 тысяч просмотров. Это мы вызвали битмаря, который ЛПшке делал бит. Продолжение конфликта с ЛПшкой из-за того, что она спиздила, у нас бит. Мы нашли битмаря, который перебивал бит хламидия. Бля, мы так смеялись, когда это придумывали, нахуй. Мы сейчас ему позвоним. Алло? Бля, это гениально. Здравствуйте. А? Проходите, разувайтесь. А? Вы мне? Сюда, садитесь. А? Вот сюда, говорю, садитесь. О, да, это я делал. А это тогда кто делал? А? Хуй на, вали нахуй отсюда. Гениально. Продолжение. Это гениально. Ладно, сейчас, извините, я вам покажу все-таки. Блять, он снимает по 1.5 миллиарда тиктоков в день, блять. Он со мной удалил, по-моему, тиктоки, блять. А, нет. Блять, это гениальный. Это просто гениус. Во-первых, если этот... Ну, этот я в Телеграм кидал. Этот, блять, этот Игорь придумал. Это просто гениально, нахуй. Да, а нахрена мы второй раз на Чебурашку пошли? Я сейчас поймешь, а? Такая, ну нормально. Вот это вот. Документальная съемка, встреча редановца и офника. Вот редановец. Вот офник.
Я сыграл роль. Меня боятся, все, запрети мне ходить в Редане. Вот, но мы поняли то, что надо жестко хайпить на редановцев. Мы раньше хайпили жестко на анимешниках, а теперь хайпим жестко на анимешниках. Бля, да, конечно, это... Ну как? Давайте покажу. Ну все. Как? Все, спасибо. Спасибо за внимание, дорогие подписчики. Подписывайтесь на качественный контент. Кто-нибудь придумайте мне, пожалуйста, ник для ТикТока, чтобы меня не банили. Или Алекс Кнофс Бест. Блядь, братишки, ну, точно. Блядь, нельзя попка, блядь. Нельзя слово пятерка, блядь. Они думают, что это попка. Но я не хочу пьяторка. Мне не нравится пьяторка, блядь, как выглядит. Мистер Пьятор. Босс ТВ. Фуга Босс. Ну, кстати, может быть. Ну, такое тоже. Я ж хочу именно... Понимаете, для меня ТикТок что? Он мне может помогать продвигать мою музыку, блядь. Да. А кстати, я как исполнитель, поехали. Я подписан пятерка, блядь. Дай понимаете, я бы хотел бы, чтобы как-то... Ну, Фуга Босс, окей, типа, это еще как-то меня можно будет найти. Но как исполнителя меня не найти больше. Потому что мне заблокировали вот эту вот... Может быть, в описании себе. Потому что, ну, мне кажется, что... Ну, я в музыке реально могу преуспеть. Я прям не думаю, что у меня будут золотые горы кучерявые. Но мне нравится энергетика концертов и все такое. Я бы хотел бы в музыке как бы развиваться. Ну, и тем более у меня сейчас получается делать, ну, реально музыку. То есть не рэпчик, а еще чтобы мелодично все звучало. Я как-то прогрессирую. 5-0 РК. Ну, да. Не. Меня еще бесят школьники, которые у меня все воруют, блять. Все никнеймы, то есть вот пятерка.босс только забанили, блять, уже есть школьник с таким ником. Вот пятерка.твич уже есть такой. Пятерка.фуга тоже такое. Такое тоже есть. Все украли, суки, блять, украли, суки! Ты можешь написать в нике в ТикТоке какой-то фактический ник и создать отображаемый ник через... Я такое тоже, блядь, делал. Мне банят и... Как это называется? Есть имя аккаунта, а есть ссылка аккаунта. Мне банят и то, нахуй. У меня и то забанено, блядь. Блядь, просто реально, ну, фанаты ЛПшки репортят, потому что читать не умеют, ну, наверное, им там лет по 5, блядь, раз они думают, что цифра 5 это буква П, нахуй. Вот, ну, по-другому я как бы описать не могу. Репортят, блядь, массово. Я подавал эти апелляции, но там вроде меня еще больше забанили за эти апелляции. Вот. Я думаю, знаете что, я поставлю какой-нибудь, ну... Проходной никнейм, чтобы меня, ну, вы просто, чтобы меня могли найти, да? Вот. А потом буду писать в поддержку и говорить, здравствуйте, я исполнитель, блядь, это мой никнейм. Ну, как я в Twitch писал, вот. Я же, блядь, я, нахуй, единственный человек в мире, который, между прочим, от Твича получил извинения, блядь. Вот, потому что они меня два раза за одно и то же банили, блядь. Я им говорил, извинитесь, и они извинились, блядь. Угу. Я им все расписывал, я говорил, я исполнитель, блядь. Вот моя группа. Так, она держу, называется пятерка, блядь, а не попка. Мистер Буцефал, блядь, вот это хороший никнейм. Блядь, ну у меня был прикольный, ну, как идея, это прикольная тема, но я попытался его сегодня себе добавить, и мне не понравилось. Я вам сейчас могу написать в чате, именно в чем прикол. Вот, сейчас. О, гля, там уже сидит один. О, смотрите, как я хотел. Вот есть босс, да, пишется вот так, босс. А я подумал, ну, пятерки на S похоже. Я думал, так, босс, типа, босс пятерками. Вот. Но мне не понравилось, как это выглядит. Шрифтом это выглядит по-уебански. Вот. И... ну и какая разница, меня не найдет никто. Меня просто никто не найдет, блядь. Меня это, ну, и так никто не найдет. Вот, то есть у Мелшера ник... Мелшер Twitch, да? Люди подписываются и думают, о, может, я на Твиче пойду гляну, что там за приколы. Вот. А, ну, видимо, блядь, нет. Пятерка мьюзик. Угу. Может быть.
Blue Hairman. Бля, охуенно, а когда я перекрашусь опять там куда-нибудь? Блядь, ну жалко, что мой никнейм. Я когда его придумывал, ну, блядь, меня называли Сопкой. Вот в 2011-2012 году. Меня Сопкой называли, но никто не говорил Попка. Какой долбоёб вообще цифру 5, блядь. Ну, это просто ебланы. Сопка, блядь, говорили. Вот и... Ну, потому что, опять же, S, да? Вот. Ну, хуй пойми. А, еще мне говорили пятерка орк, опка. Пятерка опка. Или 5 опка, блядь. Ну, тоже... Но Алекс Кнопфсбест, это вот, видимо, самая нормальная тема. Но у меня есть еще всякие никнеймы, где мои заняты. Я себя обычно зову вот так вот. Вот я вам рассказывал. Вот, вот так вот. Ну и потом какую-нибудь приписку. Вот, это... как пишется? Вот, типа, вот такая тема. Это у меня такой никнейм. В War Thunder. Блять, самое главное, да, типа, четверку не забанят, шестерку не забанят, по сути. Именно, блять, из-за цифры 5, но это пиздец, долбоёбы меня репортят. Либо менять никнейм. Какой у меня никнейм, предлагаете? Сейчас, у меня была какая-то. Я хочу пяткой быть, пятка. Ростов, блять, никнейм. Сука, но мне нужны реально нормальные варианты. Какие-нибудь хайповые. Ростовчанин. Угу. Ну, анальный дробовик, наверное, раз за попку банят, блядь. За попку пятерку. За анальный дробовик забанят точно. Ну, пиздец полный. Ну, у меня вот этот набор букв сейчас какой-то ебанутый. Надо придумать. А, ну, кстати, блядь. Ну, я думал насчет этого. Блядь, Йомф Босс 555. Да, точно. Точно, блядь. Мне не нравится вот это еще. Ну, типа, мне приходится это использовать там в бедроке. Но вот это Пьятор... вот так я делаю, или я не помню. Пьятор... Нет, через R вроде я пишу. Вот, Пьяторка. Ну, блядь. Мне такое не очень. Ну, тем более, если бы было бы нормально, то я бы его бы сейчас не показывал, потому что... Скорее всего, через 3 секунды этого никнейма уже не будет. Ебать, блядь! Захотел поиграть в Atomic Heart. Там надо скачать VK Play. Захожу в VK Play. Мне говорят, придумайте себе никнейм. Но я думаю, пятерка, блядь? Как вы думаете? Конечно, нахуй занято! Блядь, скорее всего, блядь, в этом мире есть более оригинальный пятерка, нахуй, чем я. Пиздец, ну, блядь, сука, школьники... Так я еще, и знаете что, не, ну, некоторые не на зло делают, большинство не на зло делают, а делают потому, что они тупые. Вы у меня спросите, откуда я это знаю? Потому что, блядь, у моего друга был брат, которому просто лень было придумывать себе никнейм, он просто писывал везде мои, он в GTA был пятеркой, блядь, в Доте был пятеркой, вот, он везде был пятеркой, ему просто лень было свой придумывать, блядь, никнейм. Вот, это просто малолетние дебилы. Кирюша 2005, вот это нормальный ник, мне кажется. Вот это нормич. Кирюша 2005 прикольный. Да там дохуя позанимали. Я хочу какой-нибудь тоже, ну, с приколом. И я не знаю, какое минимальное количество букв должно быть. По-моему, от 5 или от 4 букв. Просто 5 нельзя. Наверное, никнейм, кстати. Может быть, просто никнейм, можно просто 5. А вот именно ссылка же еще должна быть. Я как профессионал Ютубов, Твичей и всего такого... заявляю, что ник должен быть таким, чтобы ты его сказал и человек запомнил, чтобы он не по ссылке переходил, а просто запоминал никнейм. Вот, и пятерка.фуга, это было просто охуенно, потому что фуга, два слога, да, и орка тоже два слога, и цифру 5, блядь, ну запомнишь как-нибудь. Это было здорово. Там дальше, там, пятерка.твич тоже было бы здорово, если бы какой-нибудь школьник у меня это не спиздил бы, блядь. Козел ебаный. Вот, вот надо, сука, что для ТикТока, а как меня будут как исполнителя искать? А, еще меня бесит, что, я не знаю, как это, почему у меня в ТикТоке не высвечиваются вот песни, которые я записывал. Вот у многих есть, когда заходишь на его ТикТок, там сразу песни высвечиваются. А у меня не высвечиваются, а я певец, я реально артист, да? Вот. Вот и нормально. We'll be right back.
Thank you.